И потом как-то соберемся все вместе, вместе с этими фотографиками, я думаю, будет все прекрасно. Фото. Я хочу поблагодарить организаторам и за такую встречу. Вы создали сегодня платформу, где мы все раскрыли свои страхи. Даже вы создали нам... Удобство, да, чтобы мне не было страшно раскрыть свои страхи тут. Благодарна всем, я преодолела свои страхи в определенном мире. Спасибо. Тоже очень благодарна, что у нас такой классный коллектив, где любой страх нам не страшно. И очень благодарна еще, что тут присутствует доброжелательность, откровенность, дружба. Не знаю. Ну, все. Не обязательно по очереди, может кто-то... Кидай. Проверим страхи. А я хочу поблагодарить утра. Даже он нас собрал, поэтому нам все равно. Нас ничто не страшит, и мы можем объединиться всегда и под любым поводом. Поэтому за страх, который нас объединил сегодня. А, я словил. А я вот в начале лекции говорю подруге своей, я так рада, что я именно здесь, вот такой вроде вся семья, дети мои, там Валентиночки, рестораны, где-то, давайте опять там фейерверки. А я так рада, что я это время посвящаю вот таким вещам, объединению. Говорим о детях, о будущем, о том, что мы можем сделать, что я иду на самом деле, я иду против стереотипов, течения, как жить лучше мне. Я очень рада, что у меня нет этого страха, что про меня скажут, и как я не отгуляла, что у меня не будет фотографии в Фейсбуке, как я круто отгуляла, какой у меня там пункт новый. Я очень рада, что у меня получается служить людям. Спасибо. Спасибо, что выступили. Мне тоже очень приятно находиться в вашем окружении. Я рада, что подрастающее поколение все больше и больше этим заинтересуется. Не знаю, кто-то их приводит или от ихнего позыва сердца, но как они красиво выражаются. Вот в прошлый раз у нас был мальчик, это вообще был уникум. Приглашайте его почаще. И, конечно же, хочется вот это общение, я там написала в пожелании, продлить до бесконечности, знака бесконечности, насколько это возможно. Ну, тем, я думаю, для размышлений у нас у разумных существ есть масса, да, какие-то проблемы может приносить свои и подавать вам идеи, которые мы бы хотели поднять. И огромное вам спасибо всем, Маргарите Юрьевне, вашему коллективу. И до новых встреч. Спасибо. До следующей. Так, вас доброго. Виталий Страх пролюбился. Да, надо это подрастащивать. Через 40 минут тихо его метат на чист проект. Я бы хотела вам фотографию общую. Давайте так соберемся немножко, как шарики у нас на тему детства.